солнышко восточнее. Здесь собрались все мастера, да потешники земли Татарстана. Да, денег здесь много, судя по всему, да. Руслан Галевич. Доллары мне. В Угольме нефтяники, все нормально у вас, да? Величаем. Матушки! Здравствуйте, гости желанные! Поклон вам низкий от земли Гидвольской до Лаишевской! Участники фестиваля, гости нашего праздника, дорогие друзья! Мне очень почетно, и я горд тому, что могу приветствовать вас на 23-м фестивале русского фольклора «Каравон» в селе Русское Никольское Лаишевского муниципального района Республики Татарстан. Ежегодно, традиционно, в мае село Никольское принимает своих друзей, людей, любящих и ценящих русскую культуру, русский фольклор и традиции. Мы благодарны старшему поколению села Никольское за их сохранение традиций. За... Корни духа русского, родно-родовые, эх, нитью светлены, живые, вековые. Вообще-то не 23 года, оказывается, даже раньше. 23 года – это статус нашего республиканского праздника. С каждым годом этот праздник становится все краше и краше. Здесь много разных коллективов, 160 коллективов. И, конечно же, вот эти праздники, они очень востребованы. Вот наши Сабантуи, вот Каравон, Петра, Уяу и другие наши праздники, они являются неким отличительной чертой нашей республики. И я очень благодарен, что вот здесь зародилась такая добрая традиция. Те люди, которые как бы вернулись своим истокам и передают вот это нашему будущему поколению. Это очень важный процесс, который, конечно же, властью республики будет всегда поддержан. Я могу сказать, что даже вот мы здесь находимся, я говорю, вот все-таки плясать здесь сложно, надо, значит, брусчатку положить, еще какие-то процессы. Я думаю, с каждым годом мы будем здесь делать какие-то такие моменты, которые будут создавать удобства для жителей этого населенного пункта, для гостей. Ну и нам самим будет приятно гордиться, что вот есть у нас такое место, куда мы с желанием будем всегда приезжать. В небесах благодать расстилается, песнями да хороводами душа раскрывается. Специально запустили, чтобы появились вот такие универсальные площадки, где и спортом можно заниматься, и творчеством, и пообщаться можно. Ну и вот посмотрите, вот этот населенный пункт, он настолько привлекательный, красивый. Озеро там, и там тоже сделано очень много. Поэтому такая работа идет, и мы считаем, что Лаишевский район один из наших лидеров в социальном переустройстве села, формирование инфраструктуры для развития.
развитие бизнеса, это комплексно идет. Если есть школа, если есть клуб, если есть дорога, появляется бизнес, значит, будет работа. Если мы все построим, если работы не будет, людей не будет там. Поэтому это комплексная работа. Спасибо. Спасибо, коллеги. Самовары да бараночки, да пироги, да пышные драночки. Здесь карамельники проворные и каблучки стучат задорные. Пусть эти праздники нас всех объединяют, пусть шире будет наш Никольский.